Так, всем привет, компания ЮМЗАП, очередной день самоизоляции. Тут вот у нас Grand Star с топливкой стоит, что-то. Вот здесь всеми любимый нами АХ-35, уже видите, без двигателя. Но, в отличие от всех наших роликов про КД, здесь будет немного другая история. Мы с вами сейчас дойдем до Константина, нашего автомеханика, который снял, он вам чуть расскажет, чем он занят, что делает, потом посмотрим. Опа. Здорово, Костян, здорово. Здорово. Чем занят, расскажи вкратце людям. КД-шку сняли, блин, здесь проблема нестандартная. Не стучит, задиров нету, но у нас проблема. Люди купили машину, но, видимо, без диагностики, без ничего, просто приехали, пожали руками, заплатили денег и уехали. Пошел стук владельцев, заехали в другой сервис, но не к нам, на диагностику подвески. Диагностику подвески они увидели, спецыну, слесаря, механики, увидели, что отломан кусок был от промвала, крепление промвала. Это на блоке от механика? Да, на блоке. Приварили полуавтоматом. Видно то, что как говорится, насрали. Ну да, я как-то поэтичнее это все. Вот, соответственно, что, в том сервисе сказали им, что это замена блока. Да, мы же имеем в своем наличии аргон. И отличного, блин, ультрамеханика Анатолия, вот он. Анатолий двигается, как поезд в темноте. Скажи, будет надежда? Мы попробуем, да, что-то исполнить? Ну, что-то попробуем исполнить. Как сказал Анатолий, хорошо, вот есть направляйка осталась. Во-первых, надо все выпилить, прям взять болгарку и выпилить. Ну, не под ноль, конечно, но вычистить. Аргон такая вещь, что не любит всякую гадость. Поэтому будем выпиливать и пробовать наращивать. У нас есть много плюсов, то, что у нас вот эти два болта, они находятся в одной плоскости с остальными. И то, что если поставить, видно, что вот эти три отверстия с резьбой, они как бы идут на одной линии. Эти чуть ниже, то есть мы можем провести параллель здесь, и ту, ну, от этого болта параллель. Короче, ну, короче, можно заканчивать. Я смотрю, ты же дыхание затаил, да? Научно. А здесь, видите, еще прилетела коробка от Матиза, отбрасывающий нам соседский сервис, видите, принес. У нее, получается, развалилась корзина или диск и ударила, пробила. Это Матиз 08, хочу заметить. И братский сервис привез, говорит, заварить. С чего начнешь, Анатолий? Со сложного или с легкого? Да начнем со сложного, потому что эту разбирать коробку надо. Ну да. Ее варить придется с двух сторон. Это не получится, и скорее всего там все сгорит. Тогда мы сначала им позвоним, может они сами разберут, чтобы уже знать. Может они разберут, там колокол принесут один. Ну да. Ладно, что, приступаем. Я не буду показывать всех нюансов распила, уже как бы будем подработаем. Смотри, шлицы есть. Надо будет, кстати, накрыть этим каким-нибудь ветошью здесь, чтобы стружка туда не залетела. Понял. Так, Анатолий, как у нас успехи? Тут мы вас на полпути, так сказать, видите? Зачистили, убрали, что мы? Сопли эти вонючие, да? Да, все отбили там. Дальше вот у нас были такие всякие штучки нехорошие здесь. То есть это там было отломано. Все, зачистили, сперва прогрели. Вот одну ножку наварили. То есть сейчас вот одну ножку сделали. Сейчас будем наваривать вторую сюда. Ребра жесткости также навариваем, оставляем, чтобы сжалось. В общем, все пока штатно, да, идет? Ну, есть надежда, да, что все получится. Вот, одну сделали, сейчас надо слепить вторую. И потом резьбу там нарезать. Да, кстати, вот, ну, резьбу понятно. То есть вот у нас есть направляющая. То есть уже я примерил. Она заходит. Вот она уже все ложится в направляющую. Вот. А, ну все, и вот она стоит. Короче, все четко, да? Да, здесь все четко с этой, сейчас вторую. Ну, вторую опору мы будем собирать. Отлично. Потом главное посмотреть. А вот это что такое? Просто я думаю, как бы... Что надо бы еще прямвал на грузочку, да? Да, это не на... замерах, на замерах, на наших качественных... Номер. На наших качественных замерах. 49-560, 2-10-50. Все, сейчас посмотрим. Ну что, Константин,
Анатолий сделал вам полочку. Анатолий 3D-принтер все сделал. Вы нарезали резьбу, да? Я, да, нарезал резьбу. Да. По результатам что у нас? Еще промвал поменяли? Да, промвал под замену. И все, сейчас ставим мотор, и все, звоним клиенту, отдаем машину. Просто. Гениальная просто. Будут какие-то рекомендации? Покупайте автомобиль, делай диагностику. Да, я понял. Все, устанавливаем, да? Да, ставим. Что, подписывайтесь на наш канал, встретимся под машиной, когда уже заведем ее, проверим все. Да. Не будем тогда еще пока подписываться, просто лайкнем. Подписывайтесь всегда. Да, давай. Скажешь пару слов? Мотор поставили, масло залили, фрез залили, прогреваем. Сейчас сам покажешь, как оно выглядит снизу. Ну, в общем, вы и так вживую видели. Все стоит, вон он плотно вал прилегает. Может быть, конечно, кто-то скажет, что не эстетично, но в принципе отлив целиком восстановили аргоном. Да, ребра жесткости тут же поставили. Сожалению, поставили ребра жесткости, как по заводу. Ну, машина полноприводная, болезнь понятна. Я еще так смазал шлицевую часть. На всякий, можно сказать, заодно и обслужили, да? Да. Ну потому что там никто никогда не был. Да. Не откручивался. Ну что, давай, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, задавайте вопросы, да. Спасибо.